Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, продолжаем прогулку по печенегам. Улица Харьковская, от номера 115. И поедем в сторону Харькова. Или, как по печенегам, в сторону совхоза печенежский. Подъезжаем к центру. Едем. Наш рынок. Возле рынка ларёчки стоят. А за ларёчками рынок. Но я туда когда-нибудь заскочу. Ларёчек смайлики, жук, 35. Одяг жутя. Далее идет свежее мясо, ларёчек. Здравствуйте. Спасибо. Молочная продукция. Свято-Преображенская церковь, которая была построена в 2001 году. И двигаемся в сторону Харькова. Можно так сказать. В сторону Харькова. По улице Харьковской. У нас на улице чистота и порядок. Двигаемся. Орех грецкий растет. Шелковица большая. Дом 77 по улице Харьковской. Я в основном снимаю правую сторону. Машины только одна за одной идут. Ну, котик дорожку пошел. Маленький. Стоял и ждал, когда машина проедет. Шкандыба. По улице Харьковской. В сторону печенежского совхоза. Он-то сейчас не печенежский совхоз. Его давно или в аренду взяли, или выкупили, я не знаю. Там хозяин есть. Проезжаем мимо улицы Садовой. Там улица Садовая пошла. Поедем дальше. Снимаю я видео своим новым смартфоном. Samsung Galaxy A30.
Samsung Galaxy A30. Снимаю я видео. Ребята, для вас снимаю. Кто уехал с поселка Печенег и у кого нет возможности приехать на родину, в поселок Печенеги. Поселок Печенеги, районный центр. Печенежский район, Харьковская область. Поселок городского типа. Вчера дождик целый день был. Сегодня солнышко. И я решил снять коротенькое видео. Харьковская 29. Двигаемся дальше. Клен красивый, с белыми листьями, да? Здесь заброшенный участок. В правую сторону улица Рабочая. Там находится полиция. Заправка Марш находится прямо в поселке. Это Печенежский совхоз. Контора Печенежского совхоза. Мы сейчас движемся по улице Комсомольская. В данное время ее переименовали в честь директора совхоза Кулика Михаила Ивановича. Ну что, ребятка, наверное, развернемся и поедем в сторону Зинченко. Поедем по улице Михаила Кулика в сторону Зинченко, к моему дому, если получится видео, конечно.
заправка «Маршал», а буквально через 100 метров дома. Это самый опасный участок. Поворот на 100, на 90 градусов. И стоит ларек, а там, за каким очень плохая видимость по дороге. Все, выехали мы. Проехали мы улицу Харьковскую. И движемся по плитам в сторону улицы Зинченко или улицы Подгорной, как раньше была называлась наша улица. Сейчас мы едем по улице Комсомольской, то есть переименованной. И сейчас эта улица называется улица Кулика Михаила Ивановича. Этот газон уже стоит, наверное, лет. Раз 95-го года. Уже старенький газончик. По плитам едем. Тук-тук. Улица Комсомольская или улица Михаила Ивановича Кулика. Улица Кулика 108. Едем дальше. Нас машины обгоняют, а мы на велосипеде едем потихоньку. Снимаем видео смартфоном Samsung Galaxy A30. Испытываем свою камеру, как она снимает. Мне пока нравится. Там дальше будет видео. По улице Кулика сейчас доезжаем до мостика. Здесь обычно идет паводок. Воды очень много весной в паводок. Идем дальше, ребятка. Извините, маленькая остановка была. Маленькая остановочка была. Едем дальше. Курочки бегаются. Детская качель.
Ну все, зелень сейчас стоит, потому что лето. Везде красиво. Комсомольская 150. То есть улица Курикова 150. Чистота, порядок. Здесь как раз на углу стоит продуктовый магазин. Туда обычно люди ходят за продуктами питания и по хлебу. И поворачиваем направо и едем в сторону Чемишского водохранилища, можно так сказать. Здесь не покошено. Зинченко 35. Здесь красота. Там березоньки стоят. Так. И туда, и направо, и налево. Ну, здесь в основном люди живут. А дальше от моего дома много людей нет. Баба Шура по росочке дом. Сидит бабушка Шура на лавочке. Бабушка Шура на лавочке. Пасет утяток своих. Ну вот, ребятки, я почти доехал до своего дома. Зинченко 59, никто не живет. Ну вот и мой родной дом с левой стороны. Ну все, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривова, Печенеги. Пока-пока, ребята.